моя крест-роза в цветении была еще красивее, но немножечко с опозданием делаю видео, потому что 2 месяца была в Украине и пропустила самый пик красивого цветения. Вечно зеленое растение, зимой листья зеленые, где-то в декабре выбрасывает бутоны, которые в январе-феврале цветут. Я имею таких 3 цветка, и 2 остальных они немножечко меньше, и они вот цвели декабрь-январь. А этот после декабря начинает цвести, март, апрель, очень долго держит необычные цветы. Вот такая красота. Радует то, что и зимой тоже это не голый ствол,